Дезинфицируют остановки, чтобы остановить распространение ковида. Центр управления городскими дорогами продолжает стоять на страже санитарной безопасности владимирцев. 3 раза в неделю рабочие выходят на бой с коронавирусом. Как сообщают в администрации Владимира, за смену дорожникам удается обработать 50-60 остановочных павильонов, площадок для ожидания транспорта и прилегающих тротуаров. Все рабочие снабжены средствами защиты – перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами. Чтобы продезинфицировать места скопления людей как можно тщательнее, бригада использует не только переносное оборудование, с которым может справиться всего один работник, но и поливальные машины большого объема. Стоит отметить, что при противовирусной обработке дорожники используют специальный раствор – гидрохлорид натрия, который безопасен для людей и для животных.